Вот такие 8-тонные мульды под мусор сегодня устанавливают в Мине, на Бугачёва и Элите. Местные жители рассказывают, раньше точек сбора твердых бытовых отходов вообще не было. И самим приходилось искать, куда выбрасывать мусор. Из-за этого количество свалок у поселков росло. А так люди в основном вывозят сами, кто-то в лес, кто-то в город. Раньше в поселках Емельяновского района мусор вывозили только по заявкам частных лиц и счета выставляли тем, у кого есть свои персональные контейнеры. Теперь же точками сбора могут воспользоваться все жители. Ну дай бог, мы только рады. Пожалуйста, будем вываливать мусор. Администрация оборудовать контейнерные площадки отказывается, поэтому решение проблемы взял на себя Левобережный региональный оператор. 7 таких вот мульт и еще 64 контейнера под сбор отходов он устанавливает за свой счет. Провели предварительную работу с администрацией района, мы согласовали по населенным пунктам улиц, там где адреса, где мы будем устанавливать это оборудование. Ну и соответственно с момента установки этого оборудования по данным населенным пунктам начнет оказываться услуга, ну соответственно будем производить платежи населению и мы фактически завершим охват территории Емельяновского района населенных пунктов, где наверное, ну уже десятилетиями наверное, а может и никогда централизованная услуга по вывозу ТКО не оказывалась. Красноярская рециклинговая компания за свой счет уже установила в этом году больше 200 контейнеров. Сегодня составляется план на следующий год. Надо охватить Емельяновский, Сухобуземский, Большемуртинский районы и поселок Кедровый. Чем больше появляется оборудованных мест сбора мусора, тем меньше стихийных свалок приходится вывозить.